А теперь к теме безопасности на дорогах. Ее важный аспект – это качественное и яркое освещение. В Южном районе установили новые светодиодные фонари. Эти светильники освещают улицу так, что уровень освещения сопоставим с дневным светом. Уличное освещение – средство искусственного увеличения оптической видимости на улице в темное время. В течение года в городе происходила замена старых ламп на новые светодиодные. Заменено уже 450 фонарей из 700 запланированных. А всего в городе на обслуживании у предприятия «Новоуральские городские электрические сети» 4000 фонарей. В этом году, ну, сами замечаете, наверное, по городу вообще светодиодного освещения становится больше. После окончания работ по улице Победы мы приступили к реализации программы в рамках городского бюджета по замене порядка 700 светильников. Эти 700 светильников у нас размещаются на опорах проездов внутриквартальных, также дворовых территорий. Работаем мы согласно технических решений, которые разработали, и не занимаемся заменой на дорогах, ну, скажем так, категорийных, где у нас там автобусное движение, потому что там требуется все-таки выполнение проектных работ. Конечно, яркий свет на улицах в ночное время – важный для города и безопасности горожан аспект. Решение администрации о обновлении светового оборудования поддержали в отделении госавтоинспекции Новоуральска. Улица Победы, вот если взять Первомайскую, вот этот белый свет, прям холодный, и он прям видно человека хорошо. Если взять желтый, теплый, на нем, ну, плоховато, асфальт мокрый съедает свет, а белый он наоборот. Отражает, да? Вообще прям хорошо, мы довольны. Ждем окончания всех намеченных работ по замене элементов освещения в городе. Так говорят благодарные жители. Многие хотели бы, чтобы в других районах появилось именно такое освещение. Ведь благодаря новым светодиодным белым светильникам в ночное время улицу видно практически так же, как и днем.